У 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 появится генеральный спонсор. Им стал ГМК «Норильский никель», а подписание соглашения сторон, а это сама компания, Международная федерация студенческого спорта и исполнительная дирекция универсиады объявили накануне. Вклад «Норильского никеля» в предстоящие студенческие игры составит более 1 миллиарда рублей. Для компании это уже не первый опыт участия в глобальных проектах. «Норильский никель» поддерживал Олимпиаду в Сочи. Большое внимание компания уделяет образовательным программам поддержки детского, юношеского и взрослого спорта. Напомню, 29-я Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 73 комплекта наград в 11 видах спорта, в том числе по горнолыжному в 5 дисциплинах. Соревнования пройдут на склонах Бобрового лога, и это единственный сейчас действующий объект Всемирной зимней универсиады. К будущим играм в фан-парке появится новый объект инфраструктуры. Норильский никель – генеральный инвестор проекта. Мы горды тем, что нам выпала возможность и нам доверили стать генеральным спонсором этого мероприятия. На территории Красноярского края это вдвойне важно, потому что там находится основная площадка Норильского никеля, это заполярный филиал. И поэтому Красноярский край для нас основная площадка. И на основной площадке нам бы хотелось показать тот уровень, который достоин этого региона, который достоин России в целом и Норильского никеля.